Весенний десант высадился в Канашском районе. Там состоялся республиканский спортивный фестиваль советов работающей молодежи. Команда «Четра» – это класс! Сила, мощь всегда про нас! Если «Четра» проиграет, вас бульдозер закопает! Почти пионерская речевка создает атмосферу спортивного задора. Настрой только на победу. Уже 5 лет подряд команды предприятий республики соревнуются между собой, доказывая, что они самые спортивные. В этом году фестиваль сдвинулся во времени, но не изменился по сути. В нем приняли участие 30 команд из 12 муниципалитетов, в том числе из Чебоксар, Новочебоксарска, Янтиковского, Канашского и других районов. Приехали не только за наградами. В первую очередь для того, чтобы познакомить советы работающей молодежи муниципалитетов, обменяться опытом. А так как мы с ними уже работаем достаточно давно, с 2017 года, они у нас уже передружились, перезнакомились. И самое главное, задача вообще советов работающей молодежи – сплотить молодежь, остановить текучку, закрепить за предприятием, и чтобы они остались в республике. У фестиваля уже своя история и свои проверенные участники. Участвую ежегодно в этом соревновании. Позапрошлым году мы были чемпионами. Тут участие принимает до 35 лет. Так как мне всего-то 30, я принимаю уже 5-й год подряд. Ну и еще 5 лет будем бороться. Команды приняли участие в 5 конкурсах. У всех у них разные названия. Пенальти, покорение или бруса, весенние забавы, меткий стрелок. Ребята с удовольствием бегали, причем даже с закрытыми глазами. Стреляли, катались на специальных лыжах. Левый, правый, левый, правый, левый, правый. Все очень нравится. Заряжаемся энергией на рабочую следующую неделю. И на следующий год обязательно еще сюда приедем. Не забыли и про интеллектуалов. Для них особый конкурс, приуроченный к трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, годы науки, технологий и другие. Победителями стали команда Чебоксар и Канаша, а также Чебоксарского района. Выходные прошли отлично, говорят участники фестиваля. Награды, призы, кубки, как символы побед, найдут свое место на рабочих столах. Екатерина Шеверова, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика.